Всем огромный привет, добро пожаловать на канал. Я снова рад вас всех приветствовать. Усаживайтесь поудобнее, потому что у нас с вами сегодня будет парфюмерный выпуск. И наша с вами сегодня беседа будет посвящена одному нишевому аромату. Это интересный довольно-таки аромат, с которым я вот недавно только познакомился. Я с этим брендом вообще не был знаком. Ну, такое у меня, да, вот упущение, знаете, как бы вот корю себя в этом, что не знаком с этой парфюмерной композицией, да и вообще с этим брендом. Ну, стыдно, честно вам скажу. Но теперь я буду на вот эту линейку парфюмерии обращать внимание. Вот, парфюм был подарен мне Николаем, ну, известный такой человек, да, очень хороший парень, у которого канал под названием Николай С. Ссылку на его канал я оставлю ниже под описанием под этим видео, в описании, вернее, под этим видео. Вот, и, ну, помните, да, у меня была распаковка его посылки, там было несколько ароматов, и вот сейчас про один из них мы с вами проговорим. Я вам расскажу свое впечатление про него, потому что я его уже, ну, начинаю разнашивать. Мне он, честно говоря, очень понравился. Я даже, честно говоря, не ожидал от этой композиции такого выхлопа, такого эффекта, которого вот я вообще мог даже себе представить, честно вам скажу. Да? Не знаю, вот вы мне напишите в комментариях, знакомы вы с этой линейкой ароматов, с этим брендом, не знакомы. Мне бы хотелось, конечно, узнать и ваше впечатление, поэтому пишите, не стесняйтесь, в комментариях излагайте вот свои мысли по поводу сказанного сегодня мною про этот аромат. Да, не скрою, в нем есть и плюсы, есть и минусы. И не то, что подробно, да, но постараюсь вам доходчиво объяснить свою, скажем так, политику. Вот. Ну и мы с вами немножечко его разберем. Разберем по ноткам, разберем по звучанию, но, как обычно, я это делаю. Поэтому, кому интересно, усаживайтесь поудобней, располагайтесь, и давайте начнем нашу с вами интересную. Я вам хочу рассказать сегодня про один нишевый аромат под названием, бренд называется Anna Rosenmeier, если я правильно произношу, конечно, извините за мое произношение, Rosenmeier называется, если я правильно его произношу. Вот так вот, в таком крафтовом, такой крафтовой упаковке, мне что-то камера отсвечивает немножечко, да, вот. Отблескивает. Ну, картинку вы все равно увидите. Сейчас, подождите, поближе. Не могу никак. А, вот. И в таком вот крафтовом флаконе. Ну, честно вам скажу, флакон мне напоминает ароматы из линейки Зеленский Розен. Это у него тоже такие вот аптекарские, я бы так сказал, пузыречки. Здесь у меня объем 30 мл. Но здесь что-то написано... Жерсуалем 1964. Я не знаю, на каком это языке. Вот, ребят, правда, вот простите меня за мой корявый там английский-немецкий, там французский какой. Я вот, не особо сейчас это. Но я так понимаю, что мне кажется, что, может быть, бренд был создан в 1964 году, не скажу. Я про него мало что знаю. Я вам просто сейчас, вот, чтобы не затягивать надолго, да, вот просто расскажу свое мнение, расскажу, чему он посвящен. И. Ну, друзья мои, Anna Rosenmeier называется Childhood Memories, да, в переводе как детские воспоминания. То есть композиция посвящена детским воспоминаниям. Вы знаете, в чем было мое удивление, что когда я его начал на себе разнашивать... Кстати, почему-то написано, что это аромат женский. Но я вам скажу, вот здесь, ну, я потому что, знаете, как я на него информацию нашел на сайте Ритуале. Он, кстати, в Ритуале продается. Вот такой флакон 30 мл стоит 1700. Вот 30-ка. Есть побольше. Честно вам скажу, для такого объема парфюмерии, причем нишевой парфюмерии, это очень даже и невысокая цена. Да, то есть, в принципе, с удовольствием можно его, ну, познакомиться с... Со всей линейкой буду на днях в Ритуале, обязательно обращу на них внимание. Вот, что еще хочу про него вам сказать. Начал я его разнашивать, вот если вы там увидите, я не знаю, видите вы или нет, уже там ну, довольно-таки прилично отпито, видите, он бултыхается, жидкость, да. Я его сейчас ношу на работу каждый день, и очень удобно, что вот бросил в сумку и понес, да, 30 миликов, это не вот вам фуфырь огромный, килограммовый. Вот, что еще про него сказать. Выпущен он по информации в 2023 году. То есть он
свежий. Семейство древесные цветочные. В нотах у него здесь цветы апельсина, цветочные ноты, пралине, ваниль, древесные ноты и мускус. Честно вам скажу, я сначала подумал, почему он вызывает детские воспоминания, почему его автор вот этой композиции, это, конечно, сама вот Анна, да, я, честно вам скажу, не знаю, я так догадываюсь просто, назвала этот аромат детскими воспоминаниями, и потом до меня дошло. Дошло вот что. Вообще мне аромат почему-то показался не цветочным и древесным, да, а вот какой-то в стиле гурманики. В стиле гурманики, такой вот, знаете, а-ля пироженки, кафешки, что-то там кофейное я в нем услышал. Вот как-то вот туда вот, да, вот сладости, выпечку, вот я бы сказал, даже был больше посвящен он выпечке, чем вот цветочным каким-то древесным нотам. Но это мое мнение, опять же, но как бы мое мнение, это мое мнение, я вам, собственно, его рассказываю. И вы знаете, когда я его на себя нанес, сейчас я это сделаю, вам расскажу, мне почему-то сначала показался такой, знаете, вот повлек за собой такое благоухание, знаете, вот плюшек с корицей. Вот маминых, бабушкиных плюшек с корицей. У меня мама такие великолепные плюшки с корицей печет. Я вам передать не могу. Это вот, знаете, вот она сидит целый противень напечет, и очень 10 минут не будет. Вот. Я обожаю плюшки с корицей, честно вам скажу, это вот самая любимая моя выпечка, это плюшки с корицей, но сделаны мамиными руками. Вот. У меня с выпечкой, конечно, я не дружу, у меня руки под другое место заточены в плане выпечки, в чем я, собственно говоря, себя вот, ну, немножечко вот жалею. Но вот именно вот эта композиция мне почему-то при нанесении показалась вот именно запах вот этих плюшек с корицей. Но потом, уже когда при разнашивании, мне здесь не почудился это вот пралине, здесь мне почему-то так, вы знаете, взбудоражил, вот именно правильно, вот как автор воспроизвела название, да, что детские воспоминания мне здесь показались, знаете, такой вот бабушкин ванильный пирог из детства. У меня бабушка очень вкусно пекла пироги, делала там всякие выпечку, те же там вот именно пирожки отдельные и пироги большие. И я помню, она делала какие-то вот большие такие праздники или посиделки, или когда мы радио собирались, она нас всех баловала своей вот этой потрясающей выпечкой. И вот почему-то мне этот аромат позже, после разноски, да, когда вот, особенно на улице, когда выходишь, чувствуется вот этот вот, знаете, аромат бабушкиного ванильного пирога. Вот почему-то вот так. Но, знаете, опять же, я не носил его весной и осенью, я ношу его сейчас, да, вот уже в преддверии Нового года. И мое такое мнение, что, мне кажется, он очень сильно классно открывается зимой. Ну, вот именно в холодное время года. Да что я все болтаю? Давайте я его нанесу, потому что я в него, по-моему, начинаю влюбляться. Вот честно вам скажу. По-моему, начинаю в него влюбляться. Поэтому давайте я сейчас его нанесу на ватный диск, и дальше вам расскажу свое впечатление. Еще немножко углубимся в него, скажем так. Друзья мои, сейчас я его нанесу на себя, вернее, на диск. Но на мне он, кстати, звучит классно. Опять же, не пойму, почему написано, что это женский. Мне кажется, это унисекс аромат. Ну вот сейчас, да, вот честно вам скажу, вот, я не знаю, цветы апельсина здесь прописаны, цветочные ноты какие-то, вот пралине, вот древесные какие-то ноты, мускус. Но вот я не слышу здесь вот этих цветов апельсина или там цветочных нот. Они, может быть, да, здесь добавлены, но вот эта вот гурманика, вот это вот выпечка, какие-нибудь, может, даже круассаны, там, знаете, вот, например, какое-то кафе. Кафе, когда ты приходишь, там, бежишь на работу, да, или у тебя обеденный перерыв, вот ты бежишь и проносишься мимо какой-нибудь кафешки, откуда просто вот манит вот этот запах свежеиспеченных вот этих вот свежей выпечки, вот этого бодрящего ароматного кофе, а я обожаю капучино, вот.
Здесь просто мимо не пройдешь, ты волей-неволей зайдешь в это кафе и съешь много-много булочек вкусных, особенно если они изготовлены с душой по домашнему рецепту. Или вот дома, да, я, допустим, приезжаю домой, мама говорит, я, говорит, сегодня буду печь пирожки или плюшки. А, говорит, что, говорит, сделать, пирожки или плюшки? Говорю, мама, сделай побольше плюшек, поменьше пирожков. Она смеется и делает. И делает она их не вот маленькие, а делает, ну, если плюха, так это плюха. Понимаете, это вот, ну, как, ну, блин, такая плюха. То есть где-то на, вот представьте себе, если противень, да, то максимум 5-6 штук помещается на противень, то есть такие плюшечки получаются, вот. И корица так, знаете, вот, то есть, ну, сами знаете, дома готовим, не жалеем, это уже производители делают немножко так вот. Ну, да что, я все про выпечку, мне просто так захотелось безумно его съесть, этот аромат, вот, именно съесть, не выпить, а съесть. Потому что вот сейчас, вот он, когда уже вот оседает немножко на салфетке, я вот буду повторяться, и не устану это делать, он мне реально напоминает вот этот бабушкин из детства ванильный пирог. И вот не договорил про бабушкины пироги, когда мы приезжали к ней в деревню, там, или в город-квартиру, когда она жила зимой в квартире, она всегда нас встречала пирогами. И вот всегда у нее были и плюшки, также с корицей она пекла, также вот эти вот пироги ванильные. Такие, вы знаете, там, ну, или торты там вот с ванилькой. Ну, не торты, скорее всего, даже больше пироги, вот именно выпечку такую. И вот это вот аромат мне как раз вот напоминает, знаете, вот вдыхая его, вот ощущая эту композицию, я реально погружаюсь в детство, в юность, и я вспоминаю свои вот эти юношеские годы, когда вот тебя встречают с пирогами, когда ты приходишь, кушаешь эти пирожки, неважно с чем, вот именно вот выпечка, да, вот этой выпечкой, когда мама готовит эту выпечку. И вот это вот такое наслаждение, это такой кайф, это что-то вот, знаете, даже неописуемое, просто неописуемое. Потому что все же пекут по-разному, да, а здесь вот такая дома пышная, все вот это вот горячее, когда вот идет аромат на всю улицу, и ты просто идешь, облизываешься, вот здесь вот эта композиция мне именно это напоминает. И знаете, я вот иду когда на работу там или куда-нибудь, да, на улице, когда вот дует ветер, когда идет этот небольшой шлейф, да, небольшой шлейф у него он есть, но он незначительный, к сожалению. Это единственный, не единственный минус, сейчас второй минус еще расскажу вам. Вот один из минусов, вот этот незначительный шлейф у этого аромата. Я себя ощущаю большой плюшкой. Вот. Ну, как-то так. Второй минус у него, второй минус, их немного минусов всего, это то, что у него, на мой взгляд, мне так показалось, не совсем большая стойкость, как бы мне этого хотелось. То есть на мне он держится, ну, максимум 3, там, 3 с небольшим часа. Конечно, хотелось бы побольше. Ну, может быть, 3-4 часа, вот так вот. Я не знаю, может быть, вы его пробовали, может быть, он на вас держится дольше, поэтому пишите в комментариях. Я с удовольствием почитаю ваши комменты на именно вот этот парфюм, именно Childhood, вот этот Memories. Childhood. Так вот. Ну, короче, детские воспоминания. И вот надо отдать должное автору, которая произвела на свет вот эту композицию, что она реально вот меня, я не знаю, как вас, вот я вам честно говорю, вот сейчас вот без вранья, без преувеличения, что реально он меня относит туда вот в детство. То есть очень хорошо, хорошая задумка, очень хорошо придумана. И его не назовешь, знаете, как бы не поставишь на отдельную линейку в том плане, что вечерний аромат или аромат на выход, или только там повседневный, этот аромат на все. И на повседневку, и на работу, и на выход. То есть он всегда себя будет показывать не то, что по-разному, да, всегда он будет играть с лучшей стороны, где бы вы ни находились. На мероприятии, там, не знаю, дома, на работе, просто на прогулке, там, неважно, где, в любом месте он будет давать о себе знать, что очень даже хорошо. Потому что, знаете, бывают ароматы, которые там вот оденешь, ну, не туда я сегодня одел, да, там, ну вот не подходит он к повседневной одежде, надо его одеть там туда-то. И эта же композиция подойдет всегда, везде и на все. И куда бы вы его ни одели, вы всегда будете пахнуть плюшками. Можно и так выразиться, да. Ну не то, что плюшками, конечно, я уже смеюсь, уже, знаете, ну красиво, красиво. Ничего не хочу сказать, красиво. И вот еще один минус, то, что его обозвали женским, я бы сказал, что это аромат унисекс. Ну вот что-то типа такого я могу вам сегодня рассказать про вот эту замечательную композицию. Подчеркну замечательную, потому что мне реально она понравилась. Я реально начинаю в нее, ну не то чтобы влюбляться, но она будет одна из моих
любимых. Но я так чувствую, что она мне долго не простоит, я ее выпью очень быстро, разношу. Но придется, значит, задубливать, значит, придется покупать, идти в ритуале, покупать себе, может, даже уже и полтинник. Не знаю, посмотрим, видно будет. Ну вот, такие вот, такая у нас с вами была сегодня такая вот небольшая встреча, друзья мои. Ну, друзья мои, наша встреча подходит к концу. Я обещал коротко, но почему-то я, как всегда, опять затянул. Ну, давайте будем потихоньку прощаться. Спасибо большое, что меня смотрите. Спасибо, что вы на меня подписаны. Пожалуйста, не забывайте подписываться на Дзен-канал, на Телеграм-канал. Кстати, я повторюсь, что я скоро в январе месяце, в новом году поменяю название всех моих каналов. Вот. Поэтому будьте к этому готовы, я всех вас оповещу, я отдельно об этом расскажу вам. Ну что, друзья мои, спасибо большое, что были сегодня со мной. Я буду с вами потихонечку прощаться. Спасибо, что уделили мне время. Что я вам хочу пожелать? Всего самого наилучшего, всего вам хорошего, успехов. Хорошего предпраздничного настроения, хотя до праздника еще 2 недели, но тем не менее у нас уже... предпраздничное настроение, не знаю, как у вас, у меня немножко пока еще его никто не испортил. Вот. Ну, следующие наши выпуски также будут посвящены парфюмерии, и не только, и прогулкам, и всему остальному. Поэтому, друзья, ну что, всем пока, до новых встреч, увидимся.